Доброе утро. 8 часов 13 минут в прямом эфире областного телевидения, программа «Утро ТВ». Неделю назад в Улан-Баторе, столице Монголии, закончился чемпионат мира по бодибилдингу среди юниоров и мастеров. Россия на этом чемпионате заняла первое общекомандное место. И самый весомый вклад в победу нашей страны внес Александр Ешанькин, выиграв в 9-й раз чемпионат мира. Сегодня Александр у нас в гостях. Доброе утро. Сергеевич, доброе утро. Во-первых, с победой вас поздравляем. Спасибо. Во-вторых, нашим телезрителям, кто видит вас, возможно, впервые, хочется сказать, что уж извините, но вам 61 год. Ну, так получилось, так получилось. Хочется спросить, когда же уже на заслуженный отдых? Ну, будет ли пенсия когда-нибудь? Я еще пока не собираюсь. Я вот себя чувствую, что 30 лет мне было, что 40, что 50, что вот сейчас я тренируюсь так же каждый день. Утром и вечером, два раза в день, и мне легко и приятно тренироваться. Я не знаю, как люди даже физзарядку не могут сделать, им лень, да? Сидеть на диване, там, жрать, пить, там, и ничего не делать, это лень, это все больше и больше. Я густо краснею сейчас. А я не знаю, как, мне приятно и легко, и себя чувствуете, и тренироваться мне нравится. А сколько лет вы уже занимаетесь? Ой, я же говорю, я начал с детства, там ребята были соседи такие спортивные, вот с ребятами занимались, бегали, прыгали, кто больше подтянется, отожмется, кто дальше прыгнет. А потом уже после армии поступил в институт, пошел заниматься тяжелой атлетикой, я мастер спорта еще, я 200 килограмм толкал. Ух ты! Да, 250 приседал, значит, 270 тягу делал, 175 жал. Ну, сейчас бодибилдинг, и там нужно было на международника, и вот 200 килограмм, это же кошмар поднять, да? А на международника надо было 215 толкать. А здесь я вышел, показался, и уже международник. Просто вот вышел на сцену, немножко напрягся, и международник. Как круто. Скажите, у вас вся семья, что называется, подсажена на фитнес, на здоровый образ жизни? Ну, это так получилось, что вот Диму я брал с собой. Дима – это сын? Дима – это сын старший, да. Ну, Лена старше. Вот у меня четверо детей, Лена, Дима, Саша и Миша. Вот Мишу, Диму я брал с собой с детства в зал, так получилось. И он у меня в 10 лет уже потихонечку начал я приобщать гантелькам. Там 13 лет он на чемпионате России выступал. Очень был такой же рельефный и очень талантливый в позировании. Он и сейчас самый лучший, лучшего mm-hmm. никого нет, да? Он где-то в 22 года стал чемпионом Европы, чемпионом мира. Потом выиграл «Юниверс». Вот в прошлом году, в марте, в Америке выиграл Арнольд Классик. В Америке. А остальные дети? Лена сейчас директор фитнес-центра в Палладиуме. Саша директор фитнес-центра. Все в Комсомоле, да. Зять у меня, вот Дима Корнюхин, зять, он вот пять, это сеть такой, Powerhouse Gym зал, да, он как бы курирует, он генеральный директор. В общем, все, да. Все спортзалы в Екатеринбурге, они под вашей семьей. Понятно. Под руководством вашей Миша семьи. Еще на Серафиме Дерябиной тоже менеджер, тоже, да. А давайте представим удивительную ситуацию, что я в 30 лет решил вдруг пойти заниматься. 31, Саша. Да, 30 мне еще, подожди. Да. И могу ли я достичь каких-то ощутимых результатов? Ну, понятно, что до вашей формы там целиком, наверное, не дойти, но приблизиться. Да вполне, потому что... Когда я завершил выступление в тяжелой атлетике, потому что, ну куда к черту, я 200 толкаю, мало, да, на 215. Вот. И за мной один начал ходить, там Юрий Власов открыл Федерацию атлетизма СССР тогда еще, наш прославленный штангист, олимпийский чемпион. И вот у нас в городе один человек вышел на пенсию, он был председателем спортивного общества, вышел на пенсию. Значит, а тут Юрий Власов открыл Федерацию. Он, значит, съездил, что это такое, поехал в Тольятти, а там люди уже давно, в 70-х годах уже скидывались там в Казани, вот в Уфе, в Тольятти, и в Москве, и в Питере. Они ездили в Прибалтику, сбрасывались на призовой фонд, проводили чемпионат СССР, а мы даже не знали. И вот он за мной целый год ходил. Саш, тебе надо вот попробовать. Ну, он видел, что что-то у меня есть. Да, вот давай попробуем. Да как я выйду перед всеми, там я ничего не знаю, перед залом, что он мне показывает. Свозили меня в Москву, в концертный зал «Космос», да, показали, что это такое международный турнир. Ну, ничего страшного, там 7 обязательных пост в сравнениях, да, и произвольная программа 1 минута. Я приехал в город, произволку разучил, поехал в Тольятти и выиграл. И вот с тех пор 28 раз я чемпион России. А то есть можно? Это было мне 30, значит, я с 52 года. Первый раз я поехал, вот начал заниматься в 88-м. 6 лет я отдыхал, ребят тренировал. Было мне 36 лет, я только начал. Все, у меня есть шанс. Я чувствую, у меня есть шанс срочно тренироваться. Я готов. Попробуйте. Прямо на мне сейчас был проведен небольшой короткий мастер-класс.
Что нужно делать для того, чтобы... Ну, давайте вот, я не знаю, что нужно делать? Просто такой вопрос. Это Дима у меня, Дима, вот, он... Зайдите к нему на страницу, вот сын, да, он, где бы он ни был, в каком бы... Где-то не отдыхал, там, или в зале, или на улице, или куда-то в другой стране. Он всегда что-то придумает и снимет ролик. Он занимается, ну, для людей, вот как вы, да, что в любом месте, если есть желание, можно найти, где и чем позаниматься, вот, для своей формы, для своей... Так. Я готов прямо сейчас в студии, я нашел место, да. Сейчас мне нужна... Вот, не нужна нам штанга, не нужны гантели, если ничего нет под рукой. Вот резинка простая, да? Простая резинка. Да, я покажу, смотри. Так. Да, ну да. Это когда на соревнованиях нет штанг и гантели, берем резиночку и разминаемся. Вот наступаешь, допустим, встаешь, начинаешь, вот, грудь, бицепс. Видно, да? Саша, а можешь ли ты такую маечку сейчас, да, тоже надеть? Я только так надорвать могу сейчас, чтобы... Грудь, бицепс, плечи. Потом спину, как можно спину? Ну вот, взял крючок какой-нибудь, зацепил, да? Так. Вот это ты будешь крючком. Я крючок? Да, держи, да. Вот, я нашел тебе, я нашел тебе приспособление. Я качаю спину, да, вот я качаю трицепса, да, вот я грудь, да, работает, видно. Слушайте, увлекательно как. И я чувствую, что качаюсь немножко. Плечи, отведение, да, трицепс. Вот, да, вот. Все, что хочешь, вот как лыжники, вот тоже спинка, да. Так меня еще никогда не эксплуатировали. Бицепсы, все, что хочешь. Вот с одной резинкой можно в любом месте. Вверх всегда... В общем, Саш, в твоем случае, я думаю, 5 лет будет мало, чтобы достичь такой же формы, как у Сергея. Нет, ну такой-то мало, конечно, 5 лет-то. Но у него же все впереди. Мне-то 61, ему 30 лет. Так что 30 лет можно раскачаться. Все шансы есть. Да, спасибо вам большое. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях был мастер спорта, 28-кратный чемпион России, чемпион Европы, 9-кратный чемпион мира по бодибилдингу Александр Яшенькин. Ну, а нашу программу продолжит «Лайфхак».